Люди, такие как йоги, имперсоналисты, они тоже понимают этот момент относительно использования отведенного количества вдохов и выдохов, и что нужно пользоваться этим с максимальным практическим применением. Поэтому они замедляют свое дыхание, они используют применяют специальный процесс для замедления своего дыхания, потому что смысл в том, что они хотят жить дольше. Так или иначе, мы говорим о речи. И эти имперсоналисты, они понимают, что нет смысла использовать свою речь для каких-то деревенских разговоров, поэтому некоторые из них принимают на себя мауна-врата. Мауна-врата — это обет молчания. Они перестают говорить вообще. Но Шрила Прабхупада был достаточно удивлен этим, его это позабавило даже. В Америке, когда он проповедовал и встретил более-менее достаточно успешного проповедника йога в Америке, который следовал Мауна Врате, и Прабхупада попросил кого-то, чтобы кто-то разыскал его и проверил, чем он там занимается. И преданный пошел навстречу к нему, на его программу, люди задавали вопросы ему, и кто-то задал вопрос ему, и что же сделал этот йог? Этот йог следовал обету молчания, поэтому он ничего не ответил, он записал ответ. И затем его слуга зачитал этот ответ. И когда Прабхупада услышал об этом, Шрила Прабхупада рассмеялся. Потому что для того, чтобы записать что-то, ведь занимает гораздо больше времени, чем просто ответить. В разы дольше занимает по времени, чем просто ответить. Поэтому этот случай Шрилу Прабхупаду позабавил. Этот йог, следовавший обету молчания на протяжении определенного времени. И этот определенный период времени должен был заканчиваться еще в течение года примерно должен был следовать. И затем йог, естественно, письменно объявил, что он заговорит по завершении периода времени. Итак, вот что случилось. Он находился в Америке, Прабхупада тоже был в Америке. Регулярно Прабхупада приезжал в Америку, проводил там время. И прямо за несколько недель до того момента, когда должен был бы наступить конец его обета, его враты, он умер, и Прабхупада подумал, что это как раз подходит под определение поэтической справедливости. Кришна наблюдал за всем, и Кришна знал. Да, Кришна понимал, что этот йог сейчас должен будет более активно начать проповедовать после совершения своей враты. И поэтому Кришна просто забрал его неизвестно куда. Конечно, если вы собираетесь тратить свою речь на то, чтобы говорить глупости, то, конечно же, в вашем случае лучше все-таки, наверное, молчать. В этом смысле молчать — благоразумная идея.